Детский спектакль «Кот Федот и Новый год» премьера в драмтеатре. Его поставили для 150 детей, оставшихся без попечения родителей, а также из многодетных и малообеспеченных семей. Организован новогодний праздник «Единой России». Это часть партийного проекта «Культура малой родины». Некоторые из этих детей впервые пришли в театр и побывали в новогоднем представлении. А в фойе еще интерактивные игры с Дедом Морозом и героями спектакля, загадки, танцы и подарки. В ушедшем году в проекте «Культура малой родины» участвовали 8 нижегородских театров, среди них 4 детских. На постановку новых спектаклей и укрепление театральной базы было выделено более 48 миллионов рублей. Из них в Дзержинские «Очаги» и «Мельпомены» поступило более 12 миллионов рублей. В частности, Дзержинскому театру «Кукол» была предоставлена субсидия 2 миллиона 600 тысяч рублей, а Дзержинскому театру драмы – 9,5 миллионов рублей.